мединат называется, я его назвал Милдранат Джумеран какой-то. Или Джумерах. Ну, у меня, извините, произношение, что на русском, что на английском. Точнее, что на арабском, что на английском. Начну этот ролик специально с вот этой вот мимозы, опять же для мамы. Дело в том, что мы посадили вот в этом году, у нас прорастает вроде бы вот такие же листики, вот один в один. Мы еще думали, это пушистая мимоза, вот китайская, как мы ее называем, хотя меня там поправляли уже не раз, либо что-то другое. Так вот, судя по всему, мы посадили вот такой вот фикус. Очень красиво цветет большими красными цветами, я просто его в городе неоднократно встречал. Идем против солнца, поэтому наверняка в объектив будет слепить малость. Так что как-то вот так. Вот такой вот рыночек. Ну, вы помните, да, что особо снимать здесь лица особенно нельзя, поэтому будем аккуратно. Я уже сегодня отхватил в одном месте, скажу вам по секрету. Вот такое красивое место. Будем снимать отдельными фрагментами. Кстати, это называется Венеция. Вот такое вот. Арабская. Заходим в рынок. Очень много русских, как всегда. Ну, я сам здесь бывал на экскурсии один раз. В составе группы один раз мы там дикарями приезжали, так что я здесь уже как минимум. Либо нет. Хотя там темно, там можно будет снимать только с телефоном, скорее всего. Арабская сказка просто какая-то. Ароматы, красивые надписи, рыночек, короче. Надо какой-нибудь охранник. Тут, короче, можно ходить, бродить и кто-то и заблудиться. Надо охранника спросить, какой-нибудь можно снимать или нет. Здесь восточный рынок. Много. Ну, наверняка вы смотрели в ролике, хотя я точно смотрел, но я и бывал, знаю. Сувенирки немерено. Наши пошли за мороженым. Люблю я такие безделушки. Кстати, лет 10 назад мы купили здесь огромную лампу Аладдина. Тут надо торговаться. Такие раритетные вещи. Так, пойду, ладно. Спрашивают, искать их какую-нибудь охрану. Всякие сладости тут. Приходите. Мороженое сейчас будем пробовать. У меня уже тает верблюжье молоко. И пикнуло. Кстати, карточки на территории Дубая работают только... Ой, как он называется? Union Pay, китайского. В общем, я пошел пробовать мороженое, потом вам все расскажу, покажу. Тут и орешки, все, что хотите есть. Много-много. Потом включусь. В общем, я как бы вроде бы на рынке. Он здесь вот сзади меня. Тут рядышком отель, красивый водоем шикарнейший. Кафешки, рестораны. Люди фоткаются. Кто-то отдыхает вот непосредственно в этом отеле. Ну, ребятки, мне уже трендюлей дали, извините меня за выражение, за такие подробности. Отругали. Пару видно вот этот отель пару. По полной программе. Сказали, что сидеть мне, как говорится, долго. И безвылазно, судя по всему, так там ребятки фотаются. Поэтому извиняйте, но не буду завершать и этот ролик в том числе. Не, может быть, какие-то там фрагменты покажу. Объяснили мне законодательство уже. Ну, очень жестокое законодательство. Тут можно за фото сесть и надолго, еще и штраф там сказочный. Поэтому ограничимся показом с этого ракурса. Паруса, и всем говорю до свидания. Второе замечание получать уже не хочу. Ах, хрен его знает, чем оно закончится. Витя аж чуть ли не матом заговорил. Страшно. Всем пока.